Продавец авиабилетов на Камчатке попала под следствие за мошенничество на 4 миллиона рублей. Полиция на транспорте возбудила против 31-летней елизавчанки уголовное дело. Ей грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, кассир елизавской фирмы агентства воздушных сообщений не вносила в систему бронирования авиакомпании сведения о перевозке, а полученные деньги присваивала. Только при посадке на рейсы пассажиры узнавали, что их билеты не выкуплены или оформлены на других лиц. В полиции просят всех, кто купил еще неиспользованные авиабилеты на 2018 год в кассе агентства воздушных сообщений на Беринга 23 в Елизово, обращаться в Камчатский линейный отдел МВД России на транспорте.